старая кухонная доска. Краска водоэмульсионка фасадная. И колер шоколадный для водоэмульсионки. Старая терка. Я ее покрасила в бронзовый цвет, но мне не понравилось. Теперь я пытаюсь гвоздиками прибить эту терку к доске. Ну, неудобно. Не очень удобно, расстояние маленькое, размахнуться негде, но сейчас прибью. Так, вырезаем картоночку и туда ее закладываем. Ой. Оп. Вот так. Так, вырезаем картоночку и туда ее закладываем. Ой. Оп. Вот так. Вот так, сделали вот такое донышко. Так, вот оно, повесила я. И вот. Сейчас мы... полотенчик повесим. Вот так. Вот, полотенчик у нас висит. Ну, теперь нужно украсить. Так вот. Так, это один вариант. Это один вариант. Сейчас сделаем второй вариант. Нужно мне разрезать пенопласт. Вот так. Вот приклеила на горячий пистолет. Ну вот, а сюда можно что-то положить. Вот, так что это второй вариант. И полотенчик висит. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем огромное за внимание.